Всем доброго времени суток. Представляю перед вами лично мое мнение. Один из самых лучших, самых надежных, самых практичных автомобилей на сегодняшний день на вторичном рынке в этой ценовой категории. Это Hyundai Elantra 2005 года. У автомобиля кузов весь родной краски, не поверите. У него крашены только задние арки. Вот эти места у него крашены. Все остальное целое. Плюс у автомобиля два комплекта колес. Здесь у нас с вами вот летняя резина. Кардиан вполне еще в хорошем состоянии, я бы сказал. Все четыре колеса, вот даже есть износ, еще только шестерочка. То есть они ездить можно смело. Также у автомобиля хорошее техническое состояние, приятный салончик и очень даже добротная комплектация. Так что давайте переместимся в автомобиль. Я вам поподробнее, по максимуму, что смогу, то расскажу. Начну с вами вот такой вот здесь интересный салончик. Красиво все выглядит. Спереди у нас с вами состояние салона тоже в хорошем состоянии. Карта дверей, панель, водительская дверь, все выглядит очень хорошо. Итак, теперь пробежимся по комплектации этого автомобиля. У нас с вами все стеклоподъемники, регулировка зеркал. Это, по-моему, насколько я помню, противотуманные фары. Бортовой компьютер здесь у нас переключается, кнопочка. Такой вот он маленький, небольшой, но можно там какую-то информацию все-таки посмотреть. Так, значит, у нас имеется подогрев передних сидений, корректор фар. Отопитель салона с вами с кондиционером. Кстати, вроде машину не так давно завели. Быстро прогрелся мотор и печка греет очень тепло. Вот такая вот магнитола от фирмы Pioneer. Есть USB, AUX, что у нас сегодня с вами есть, радио. Ага, ну и в принципе все. Bluetooth здесь на ней нету, ну ничего страшного. Так, значит, в комплекте у вас будет два ключа и сигналка Pandora. Так, сейчас заведен автомобиль, ровненько работает мотор, ошибок никаких не горит. Пробег я вижу на автомобиле 193 тысячи километров. Если вы себе ищете автомобиль в такой ценовой категории, я бы сказал, сразу приезжайте к нам, посмотрите эту машину, вам она точно понравится. Она дешевая в обслуживании, у нее запчасти она стоит как на Ладу Гранту, только ходят они гораздо дольше, чем по сравнению с Ладой Грантой. Так, что еще могу добавить? Комфортная, классная комплектация. Кузов практически весь одной краски, я вам говорил, что крашены только задние арки. Так, второй комплект резины. Короче, у автомобиля только одни плюсы. Так что приезжайте, вместе с вами заведем, прокатимся, понравится машина. Прямо здесь можете ее приобрести по системе трейдинг в кредит, либо за наличный расчет. И забыл, плюс она еще на красивом литье. Так что вот такой вот классный автомобиль. Ну все, спасибо за просмотр, всего доброго, до свидания.